Камешки в ноги Спартаку в итоге удалось подкинуть только ротору. Не по дистанции пока, а в локальном споре. Крепко удивила и другая команда с Волжских берегов. Текстильщик из Камышина забрался на 4-е место, а Сергей Павлов вошел в когорту самых перспективных тренеров. Ну а ротор не дал тогда засохнуть российскому чемпионату. Команда, в которую уже зажглась звезда Олега Веретенникова, увлекла отчаянной гонкой с московским «Динамо» за серебро. Октябрьским вечером, когда сторонники Александра Рудского и Руслана Хасбулатова штурмовали телецентр в Останкино, ротор играл со «Спартаком». И о том, что клуб из Волгограда сенсационно победил чемпиона, Москва узнала много позже из-за срыва трансляции.